Все. Вау, ничего себе. Ногти мы накрасили. Мне нужен твой мотоцикл и одежда. Мисс Ксют Астроклуб. Attention, please. Joke about horse. A horse. Or the horse. Итак, анекдот про лошадку. Лошадка подходит к зебре и говорит: о, классная пижамка, где покупала? Мы не поехали на море, зато купили смеситель Гроя. Закрыл и закрыл. Вот эти штуки, они стреляются. Ты знаешь об этом? Нет. Сейчас научу, смотри. Берешь эту штучку, делаешь такую вот петлю, как пистолетик такой. Направляешь, такая, пум, и она стреляет, поняла? На фиалках синий, на ромашках белый-белый, серый ухмарин. Раз, два, оба! Не так сильно. Все, что слышно, это только дыхание. И слышать хочу и без и в сознании. Я ловлю себя на мысли, ты тот вызываешь зависимость, что же так? Я рад, так рад, так рад, я сильно, сильно красивая. Очень сильно красивая. Очень сильно. Не так сильно. Буду думать опять. Буду думать опять. Вот бы так навсегда. Буду думать опять. Я рад, так рад, так радуюсь сильно. Так сильно. Я рад, так рад, так радуюсь сильно. Так радуюсь сильно. Та-та-та-там, па-па-та-пам. Давай, к сердцу. Все. Награждается Владимир Васильевич Курган орденом имени Анны. Аплодисменты, друзья. Как красивые сказки в жизни так бывает. Встретились и больше мы не расставали. Чтобы быть счастливым, нам немного надо. Просто ты сегодня будь со мною рядом. Ух ты, ё! Что бы ни случилось, верить буду. Like a life. Чуть-чуть чувствую. Да, почувствовала? Чувствую чудо. Чуть-чуть чудо. Чувствую чудо. Чуть-чуть чудо. Так, выбирай любой кусочек, который на тебя смотрит. Ну, же это знаете, ребята. Поколотим, поколотим! If you got to say the name, what would it mean? What would your face? If your face was him and all his glory, what would you ask if you could?
just one question. Yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah. Итак, друзья, я пришел к легендарной гадалке Анне Заславской. Добрый вечер. Добрый Аня, вечер. Говорят, что вы можете предугадывать будущее. Это правда. Это правда? Угу. А вот меня интересует, почему вместо хрустального шарика у вас кожаный? Это мяч. Футбол. А, я понял, у вас вместо хрустального шарика футбольный мяч, потому что Украина выиграла 2-1 у Северной Македонии. Да. А вы смотрели этот матч? Я не смотрела, я на нем была. Ну что, сыграем? Сыграем.